участники, друзья из других городов. Это маршрут самой простой категории сложности. Девушка поскользнулась, улетела какое-то расстояние по склону и остановилась об камень, то есть ударом об камень. И, к сожалению, с такими вот не очень хорошими последствиями. Сам маршрут находится очень близко от лагеря. Плюс это уже происходило на спуске, уже после восхождения. Был очень жесткий склон, фирм, задутый снег. И вот, к сожалению, подскользнулась, наступилась. Вчера поступил вызов о том, что в ущелье Актру при восхождении сорвался человек, получил множественные травмы, в том числе переломы левой ноги. Какие травмы не уточнялись, вот, поскольку в ночь не могли вылететь, поисково-спасательная группа подготовилась, и после того, как метеоусловия позволили, вертолет немедленно вылетел, забрал пострадавшего, и благополучно вернулись в порт Горно-Алтайск. Действительно, то, что перелом левого бедра, бедренной кости был налицо, дальнейшие травмы невидимы, я их ни врач не могу определить. Девушка была в сознании, в карете скорой помощи, она ее увезла, видимо, в лечебное заведение. Группа была зарегистрирована, она стояла у нас на учете, то есть со своей стороны, ну, до того, как пойти на восхождение, они сделали все грамотно. Но она мало того, что была еще застрахована, благодаря чему эвакуация прошла достаточно быстро.